Хочу вновь подтвердить, что кыргызская сторона придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами. Кыргызская республика уверена, что только мирное урегулирование любого вида конфликтов будет способствовать укреплению дружественных и добрососедских отношений, развитию экономических связей, повышению благосостояния народов и снижению социальной напряженности. Уважаемые участники заседания, с 1 января 2023 года мы приступим к председательству в СНГ. В рамках своего председательства Кыргызская Республика ставит задачу внести весомый вклад в развитие и повышение эффективности деятельности СНГ, углубление интеграционных процессов на пространстве Содружества, активному вовлечению государств-участников в процесс принятия и реализации решений. Со своей стороны, хотел бы ответственно заявить, что Кыргызская Республика совместно с сопредседательствующими с нами Республикой Казахстан и Российской Федерацией приложит все усилия к продуктивному проведению председательства в 2023 году. Надеюсь на вашу поддержку. В заключение хочу еще раз выразить признательность президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, за организацию сегодняшнего заседания на высоком уровне. Надеюсь, увидимся с вами в этом составе в следующем году в городе Бишкек на заседании Совета глав государств СНГ. Уверен, что итоги сегодняшнего заседания станут хорошей основой для дальнейшего конструктивного взаимодействия между нашими странами.